не расстаются с касками даже на торжественном мероприятии, так как пришли сюда в разгар производственного процесса. Ко дню металлургов на территории завода «Тулучермет» состоялось торжественное мероприятие. С этим событием работников и гостей праздника поздравил заместитель министра топливно-энергетического комплекса энергоснабжения региона Николай Вишнев, обозначив при этом и перспективы производства. Нам предстоят большие производственные бои, нам предстоит открытие нового литейно-прокатного комплекса. Более 1600 рабочих мест. Металлургия остается одним из мощных китов, на котором держится экономика региона. Ключевым событием праздника стало открытие скульптурной композиции, посвященной металлургам. Памятники «Доменщик» и «Столивар» будут украшать площадь завода управления «Тулучермета». Такие же памятники, только сделанные из бетона, уже были установлены в середине 50-х годов прошлого века, однако из-за разрушений были демонтированы. На празднике присутствовали и ветераны производства, которые своими глазами видели прежние скульптурные композиции. Он у нас как священный день для металлургов. Развод. Ну и вот открыли памятники наконец-то Столивару и Горновому. Мне больше Столивар нравится, потому что я много поработал со сталью. На празднике также выступила команда «Чемпион России» среди женских барабанных групп. 36 сотрудникам предприятия за профессионализм и высокие показатели в работе были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Анна Молодцова, Игорь Щепотьев, Новости Тулы.